you all are here, actually, because since it's all tear down moment, and still we have lots of people here. Interesting. This is as well an interesting talk because it's Helen Leigh who's going to present us, actually give us an overview, actually about what hackers, you know, in music meant actually in the history. So to give an overview, I understood as well she gives certain examples, and I think she's going to kick this a little bit further because she's going to talk a little bit about her current work and future objectives. So I would, well, fasten seatbelts, I would say. Here she is, Helen Leigh. Give her a warm applause. Это лекция о хакерах и музыкальной технологии. Привет, я Хелен. Если вы хотите следовать мне на мониторе, все мои социальные контакты, Twitter, Instagram, да? Я буду говорить сегодня, я расскажу вам историю о музыкальных хакерах из 1940-х, начиная с 1940-х годов, какие крутые вещи они делали, и о некоторых hardware hackers. И в общем смысле проект, который сейчас в Берлине происходит. Я живу в Берлине много времени. До того момента, прежде чем я начну, я представлюсь коротко. Я креативный технологист. Я нерд, и что-то между этими двумя элементами. Мне нравится хардвер, электроника, музыкальные технологии в общем. Я делаю очень много экспериментальной музыки и интересных музыкальных инструментов. Вот это один из моих экспериментальных инструментов. Я представлял их в Лондоне, Шанхае, Копенгагене. И я люблю экспериментировать с батами. Многие люди видят шумы как искусство. Это все сделано из меди, бронзы. Я экспериментирую с разными типами устройств, кинетических, скульптурные, которые выглядят как скульптуры. Естественно, это не платит мое проживание. Этим я не могу платить за свое проживание. Я еще пишу книги. Это один из моих прототипов. Это устройство для детей, которые они могут надеть на руку. Это «Сделай сам» устройство для детей. И я разработала все это с небольшими маленькими устройствами. Я вяжу, делаю много вещей с моими руками, с электроникой, с бумагой, оригами и некоторые вещи с роботами. И я написала пару вещей, пару книг об этих вещей и так далее. Моя любимая история — это история музыки. Нет шума, есть только звук. Цитата Джона Кейдж. Он написал очень много книг, поэтому по этой теме. Он был хакер по хардверу. Он играл пианино и классифицирует себя как hardware-экспериментатор. Вся музыка, если я могу напомнить, интересная область, например, инструменты из предыдущих лет могут преобразовываться со временем, и таким образом новые инструменты появляются в следующее время. Так как мы люди, и мы музыканты, мы изменяем, экспериментируем, как, например, Стравинский, Дебюсси. Некоторые считают их скучными. На самом деле, экспериментирование может иметь импакт, значение на других людей. Нота до, например, она не была 440 Гц до определенного года. И потом они подписали соглашение, и эта нота получила определенную частоту официально. Раньше это были вариации. Огромное количество теорий заговора в этих областях, потому что математические калькуляции могут привести к контролю разума. И группа людей начали делать кампании, вылазки, чтобы делать музыку. И некоторые изменяли музыку, начали эти группы людей изменять музыку, экспериментировать. Например, французская группа в средних веках. Если вы хотите продолжить преследовать эту тему, то можете сами немножко поютюбить. И найти больше информации. Моя основная точка, что музыка, креатив и отдельные люди делают ее, и группы людей разного. У нас есть разные девайсы, которые мы хакали, разные технологии для современной музыки. Это магнитный проигрыватель был популяризирован национал-социалистами в Германии во время Второй мировой войны. И после Второй мировой войны они попробовали разработать версию этого радио. В 50-х годах оно стало более популярным и даже использовалось для радио большой аудитории, для большой аудитории. И также еще используется хакерами, музыкальными хакерами, для создания новой музыки. Еще остались некоторые экземпляры этого устройства, и я хотел бы поговорить немного об этом. Что они сделали с этим. В Париже в 1940-х годах я познакомилась с одним человеком из Египта. Он сделал, вы видите тейп, посередине вы можете разрезать ее и вместе и соединить вместе. Вот так оно выглядит. Вы можете использовать разную скорость, тянуть разную скорость. Если вы тянете быстро, то получаете высокую частоту. Если вы тянете медленно, получаете низкую частоту. Вы можете найти, получить новую науку в этой области, если хотите. Если вы делаете разные движения, то вы получаете совершенно разные, например, задержки. И во некоторых инструментах вы можете использовать науку, чтобы создавать новые звуки, например, вум. Частично быстрые и долгие задержки. И мне кажется, что это достаточно феноменально. Если у вас есть, или вы записываете в студии, вы можете записывать рядом. Вы можете записать в студии, вы можете сделать дома нарезку из этой тейпы, из этой кассеты, и таким образом сделать новую музыку. Как я сказала, эти французы в Париже писали музыку. Современная музыка и техника сохранения современной музыки. То, что они сделали там в Париже, было не особо слушательно, не буду врать. Но техника, с которой они все это сделали, очень влиятельна на других людей. Обычные вещи, которые мы воспринимаем как обычные вещи, они были достаточно сложно организованные и креативные. Обычно я проигрываю в моих презентациях часть, например, Beatles, но сегодня я не буду проигрывать. Вы можете сами посмотреть онлайн. Как, например, Beatles использовали искусство дома и манипулировали скальпелями и различными тулсами. Темплы. Вы можете начать музыку любым способом, и музыка становится очень влиятельна на других людей таким образом. Сейчас мне хотелось бы поговорить об этой женщине в культуре хакеров, как мы друг с другом кооперируем в этой культуре. Ее зовут Дафни Орам. Кто здесь слышал о Дафни Орам? 10 людей, окей. На самом деле больше даже, чем обычно. Дафни Орам. На самом деле все должны знать ее имя. Она была музыканткой и инженер в электронике. Ее история работы достаточно трагична, но она достаточно известная фигура, икона в истории музыки. Она записывала, она проигрывала на BBC музыку, которую она нарезала из этих кассет. Это одна из техник, которые используются в студиях. Пока она была там, она встретила несколько людей, посмотрела, понаблюдала за ними, что они делают. BBC музыка, отличная музыка. She took it back there, and predictably enough, everyone was like, "No, go back to pressing buttons." So she did. И она потом вернулась назад к своей работе. И потом она после часов работы вернулась в студию BBC и построила свою собственную, вернулась в свою собственную студию и начала экспериментировать с музыкой. Как человек, заинтересованный в электрике, она записала музыку, звуки своего осциллоскопа. Она делала это в течение 6-7 лет, и потом она убедила кого-то, чтобы эта музыка была воспринята как музыка, и BBC после этого в итоге дали ей свою собственную студию. И для женщины в 50-х годах это было достаточно большое событие. BBC радио, она проводила воркшопы. Она начала эти воркшопы, и через год она даже начала свой собственный воркшоп. Ее работы были удалены по большей части, что она создала в это время. Например, синтезайзер. Это было очень необычно. Она начала наблюдать за диаграммами, как музыка и ноты мелодии выглядят визуально, и изменяла их соответствующе, чтобы получить новую музыку. И многие люди из ее воркшопов, которые еще живут, и музыка, которая существует, которую они написали, и она достаточно популярная. Это Делия Дербишир. Кто знает? Ну, намного больше Ли. У нее мастер по музыке, музыкальной искусство. Она получила работу, и она работала для Доктора Кто. В то время каждый звук должен быть записан на тейп, на кассету. Это огромный, длительный, сложный процесс записывания каждого звука, удаления, вырезания отдельных звуков, и у вас огромное количество записей на разных машинах. И так начался мультитрекинг. Для меня сейчас я воспринимаю это как немножко странное событие, но я все еще нахожу это достаточно интересно в плане истории. Небольшое демо. О нет! А я. Оно проигрывается. Не существовало никаких синтезайзеров и устройств, которые модифицируют музыку. И она сама сделала инструменты, которые производили каждый элемент этого трека. Она использовала очень много электронного инжиниринга, электротехники. Я хотела на самом деле проиграть одну из ее собственных песен, экспериментов. Мне кажется, вы забываете о музыке в 50-х и 60-х, о том, что музыка была достаточно крутая. Например, вот это. Вы распознаете этот трек? Она сделала это для одного шоу Science Fiction, и это сохраняется как очень популярный пример. Если мы идем немножко назад в роботику. Спасибо, Дэфни. Вот это моя история BBC радио. И одна инженер из BBC сказала, потому что мы не были экспертами, мы не знали, что мы были способными делать. И это было иконическим, это было влиятельным. И многие люди говорят, что работа этого воркшопа была для электронной музыки, имела очень огромное значение. В музыкальных технологиях существует очень много глупых, странных вещей. И хорошо, если бы мы посмотрели, как они получаются, хорошо экспериментировать с ними и что можно таким способом получить. Это была золотая эра музыкальной технологии. Доступность технологии многим людям. Как люди в аналоговом режиме создавали музыку, экспериментировали. Но это был точно золотая эра для экспериментирования с музыкальными инструментами, с аналоговыми музыкальными инструментами. Очень много музыкальных элементов в модерной эре, например, синтезайзеры, контроллеры, аудиоконтроллеры. Например, подумайте о Демпфи. Она не нашла свое устройство до того момента, когда ее посетило озарение, что можно соединить и использовать эти технологии. И поэтому они изменили вещи в музыке. У нас теперь в мире существует очень много технологий, которые мы на самом деле можем использовать и в музыке тоже. Комьюнити и общество обмениваются разными сэмплами, разными идеями. Вы можете слушать музыку там, здесь. Не надо быть физически в той комнате, где производится музыка, чтобы знать ее и слышать ее. Общества намного больше доступны сейчас. Вот это вот. На самом деле не надо было этот слайд добавлять, но уже добавила. Это Лондон, где одно из мест, где музыкальная технология продвигалась. Хакеры, Acoustic Community, общество в Лондоне, где экспериментируют, которые экспериментируют с музыкой. Я показываю вам этот слайд, чтобы вы поняли, что для музыкальных хакеров необходимо многие сотрудничества. Теперь я вспомнила, зачем я добавил этот слайд. Это было отличное место 3 года. Это было очень замечательное сообщество, хакеры, музыкальные хакеры. И потом сообщество нашло другой дом в западном Лондоне, больше не в центре. И мы, после того, как мы переместили сообщество, после того, как мы переместили локацию, мы изменили сообщество, частично разрушили его. Вот одно из произведений нашего сообщества. Он такой немного сумасшедший человек в музыкальном техническом смысле. Музыка звучит так же примерно, как выглядит эта картинка. Он не показывает свои инструменты вживую, например. Я посмотрела его видео, как он их создавал, эти видео, как создавал эту музыку. Несколько времени назад у меня не было возможности посмотреть, как он это делает. Что за странные инструменты люди используют. Это очень круто, когда ты можешь поделиться своими созданиями с другим людям. Это другое событие. Это британская версия Конгресса ЦЦЦ. В следующем году тоже будет проводиться там. Этот тип событий, тот самый тип, где можно презентировать такие вещи. И поэтому надо поддерживать этих людей, которые креативные и создают новые вещи. И мне кажется, что мы можем быть частью этой поддержки. В конце я покажу вам несколько классных проектов. Причина, по которой я выбрала эти проекты, они используют мои самые популярные, самые интересные, на мой взгляд, девайсы, элементы, тулсы для производства собственных инструментов. Когда я была в Берлине, мое любимое занятие — работать с инструментом в контексте двух людей. Звуки получаются всегда лучше, если ты работаешь с кем-нибудь. Что я делаю, что они делают, и совместить это вместе. Это замечательный пример для этого. Это первый музыкальный инструмент, создание мое, как я называю, хак, мой хак. Моего партнера зовут Хак, и мы работали вместе, чтобы создать это. Это скульптура. Вместо того, чтобы положить все это в бутылку. Вы совмещаете их так, как вы видите на видео, и можно создавать замечательные вещи, и они маленькие, интересные вещи получаются, производят отличные звуки и выглядят также очень круто. Материалы интересные, и с ними очень интересно работать. Я очень заинтересована, и на меня оказали влияние люди YouTube. Это вторая из этой серии устройств, более традиционно, которая выглядит более традиционно. Первая более в общем смысле, и здесь каждая нить делает что-то конкретное, и они могут работать вместе. Это самое лучшее мое создание. Замечательный человек Хасан. Она тоже может сделать представление и поиграть ее треки. Функциональность достаточно традиционная, и форма достаточно странная. Самое новое мое создание — это креатура, абстрактное, абстрактное устройство. Каждая часть как орган, как ноги, руки. Я на самом деле сделала прототип для вас, чтобы вы могли бы прослушать это. Он из приятного материала, который можно потрогать. Я скажу привет. Это машина, которая имеет сенсоры прикосновения. Оно работает, потому по большей части я сделала это устройство вчера. Я не могу создать очень физические вещи сама. Это очень помогает, когда ты сидишь вместе с кем-то или делаете это группой. Следующий мой инструмент, который можно носить на себе, на теле, это один борт, программируемый контроллер. Если кто-то из вас уже использовал сенсоры, которые реагируют на прикосновение, у них существует 20 примерно сенсоров. И они стоят 10 евро. И я еще сделаю слайд, который посвящен этому. И много встроенных систем существует для этих вещей. Это очень маленькая система, на которой работает Linux, на который установлен Linux. Он супер быстрый, супер без задержек. Вот это вот визуальное представление для создателей музыки, креаторов. Сделано by Max Bella. Очень полезно, советую посетить и проверить. Это. Вы не можете получить микроконтроллер, который свободно продается, чтобы использовать их для музыкальных вещей, а Беллу вы очень хорошо можете для этого использовать. И этот проект, следующий, о котором я вам хочу рассказать, она делает демо. Это управление гестикуляцией, она делает лупинг, факс. Гестикуляции. И здесь показано, что она на самом деле юзает. Компания MIMU, которая производит музыкальные инструменты этого типа. Ей нравится преподавать. И я подумала, что произойдет, если я сделаю такое устройство, которое сможет надеть маленькая девочка 15 лет. И для меня было интересно попробовать сделать детскую версию этого устройства. И я сделала это. Минимум. Эта технология достаточно дешевая. Мне удалось создать версию, которая была дешевле не 5000 евро, а 50 евро. Это мой единорог для управления гестикуляцией. И теперь я хочу вам еще сделать один мостик на другого музыканта, Bishi, музыкантку Bishi, которая использовала мой 10-евровый хак, чтобы делать почти такие же вещи, которые делала девушка в предыдущем видео за 5000 евро дорогим инструментом. И мое время закончилось. Все это, как я это сделала, вы можете найти на моем сайте. И вы можете, конечно, купить эти устройства, которые стоят 10 евро, и узнать, получить больше информации о странных музыкальных технологиях и хакинге музыки. Спасибо. Helen Leigh, whoa. Helen Leigh, whoa. Thank you, Helen, for this fantastic presentation. I'm wondering if we're gonna play that thing there. Даже не представляю, как мы можем играть в эту штуку, которую ты оставил там. Есть ли вопросы? Конечно, вопрос из интернета. Гораздо быстрее, чем я. Вопрос из интернета. Когда-нибудь рассматривали создавать музыку без взаимодействия человека? Да. Спасибо и добрый вечер. Я человек, который использует тактильные элементы, которые вы можете гладить, которые вы можете трогать. Мне нравится создавать вещи, с которыми можно интерагировать. Многие люди создают на самом деле музыку без влияния человека. Например, автоматизированная Marble использует научные явления, но для меня я люблю, когда я могу напрямую использовать, интерагировать с моими устройствами. Это все построено как кондуктор, например, в магазинах, где вы можете купить маленькие элементы, маленькие конденсаторы и так далее. Я поверю тебе и... Да-да-да. Я уже получила странные взгляды. Вопрос. Вы создавали инструмент, который имеет дело с физикальностью? На самом деле... Будет ли звук усилен? Когда тентакль будет готов, то он будет тоже реагировать визуально на прикосновение. Не только музыка, но, например, если там находятся сенсоры удаления, то он сможет распознавать, насколько близко вы находитесь к нему и что находится в его окружающей среде рядом с ним. Например, сколько раз до него дотронулись, сколько по времени он был потроган и так далее. Спасибо. К сожалению, есть спойлер, но мы должны закончить это все, потому что у нас нет времени. Пожалуйста, подходите, Хелен. После, чтобы поговорить. Спасибо большое. Спасибо за эту фантастическую презентацию.